хоть капотик сегодня набрасывал. Верхний лист поставил на электрозаклепки. Проваривать по бокам не стал, ни внутри, нигде не проваривал. Только сверху. Иначе его бы крутануло. Труба полторашка. Вот. И что-то мне портить его геометрию никак не хочется. Все подогнано плотненько. Закрасится, да и все. Зашлифую. Вот, как-то так. Вот тут еще дошью. Что-то думал, будет прикольно. Не прикольно. Дошью лист металла. Вот так будет продолжение капота. А внизу решетка. Все. На сегодня хорош. Вот они, жабро. Вот так вот. И главное, что ничто никуда не торчат и не выпирают. Что с одной, что с другой стороны. Хотел я поначалу сделать чуть по-другому, но сделал так. Их быть не должно. Гриша заразил своими жабрами. Это фальшь. Жабры, их нет на самом деле. Они никак не сквозные. Просто для красоты. Они здесь не нужны. Вентиляция. Вот. Вентиляция. Вот. Это чисто так, для эстетики. Вот как-то так. Ну, это не оконченный вид еще. Будет еще симпатичнее, когда вот здесь добавится. И вот. Все это уберется и покрасится. Как-то так. Здесь сделал с перекрытием. Такая губешечка. На нее, на эту губеху наклею. Такая резинка есть, чтобы он не грохотал. И будет он прижиматься, стойка подвинется. Она сейчас так наживлена. И защелки сделаю сверху. Как-то так получается. А, кстати, да, вот. Полки лишние убрал. Две только оставил и добавил еще вон. Потому что вот здесь у меня просто капец. Не пойми, где что. Потихоньку будет кочевать в эту сторону. Станок стал понад стеночкой. Сюда тележка. Здесь прикрепил крышку с аптечки. Прикрутил. Прикольные полки, вот ключик. Повесил и все. Буду штангеля тут. Всякая такая дребедень. Санин штангель, он прекрасно висит, нигде не мешает. Как-то так получается. Вот такая вот у меня геометрия. Чуть заваленный. И вниз сюда.